Выставка World Food 2022 объединила не только лучших лидеров рынка российского, но также и зарубежных представителей. Прямо сейчас пообщаемся с одним из них. Это Бахаре. Здравствуйте. Салам. Бахаре Ибрахими хасам. Меня зовут Бахаре Ибрахими. Генеральный директор сельскохозяйственной компании Бахар Иран. С брендом Чашни. Мы являемся подразделением холдинга Мину. Из Ирана, из страны Ирана. У холдинга Мину входит в состав холдинга Мину 21 компания. Десять из этого количества они производственные компании, которые работают в области производства кондитерских изделий и шоколадов, разновидностей консервов и разных пастиль, томатной пасты и разновидностей компотов. Также мы занимаемся косметическими изделиями и лекарствами тоже. У нас есть свое производство. Компания, которая занимается нашим экспортом, это компания Persuit, у которой есть представительство во всех странах СНГ и тоже в Объединенных Арабских Эмиратах. Даже у нас есть поставки в Европу и даже в Канаду. Да, конечно. Бахаре, расскажите, пожалуйста, что дала вам эта выставка? Смогли ли вы завести какие-то контакты? Очень мы рады участвовали в этой выставке, потому что наши взаимоотношения между Ираном и Россией, они развиваются очень интенсивно. И собираемся сильным образом выйти на российский рынок. Представители разных компаний обратились к нам, но мы предпочитаем работать с сетями, как, например, сет X5. Еще раз немножко расскажу про наш холдинг, холдинг Мину. В этом холдинге работают около 7 тысяч человек. Да, спасибо большое, мы вас поблагодарим. Вам успехов желаем, чтобы все ваши цели осуществились, чтобы все договоренности сбылись. Спасибо. Мы тоже благодарим вас за проведение такой хорошей выставки. Спасибо.